Всем привет, пацаны, с вами Эрнесто. Вы попали на новый ролик по Аризоне, я вас поздравляю, конечно же. В общем, в этом ролике у меня возникла очень такая необычная идея, очень такая странная, можно сказать, но все же я хочу ее попробовать осуществить. Я знаю, что это, возможно, будет сложно, не с первого раза получится, но все же мы попробуем. Итак, в чем суть? Если кто помнит, я выпускал ролик про баг с телепортом, где мы берем в аренду машину, едем на новый остров, прописываем команду UnRentCar и нас возвращать на то же место, где мы были. И вот сегодня с помощью этого бага и мне бы хотелось сагрить на себя мусоров, устроить за собой погоню, поехать на тот остров и просто, когда они будут за мной гнаться, я тупо пропишу эту команду и исчезну. Но при этом я с игры как бы не выйду. Это не будет считаться офф от ареста. Так, и давайте приступим. Давайте ведем сейчас ближайшую аренду. А, вот она, прямо возле моего дома. Очень мне повезло. Сейчас возьмем кар. И я не знаю, сколько по времени у меня займет, чтобы сагрить на себя мусоров. Так, как раз тут есть машины, сейчас возьмем любую из этих машин. Так, ну а пока я беру машину, вы можете на экране видеть победителя с прошлого розыгрыша на 2 миллиона. Я тебя поздравляю, друг, напиши мне ВКонтакте для получения приза. Ну а если ты точно так же хочешь выиграть 2 миллиона, то просто поставь лайк под этот ролик, подпишись на канал, напиши положительный комментарий внизу и поставь колокольчик. Все эти действия выполняешь, и рандомная программа, возможно, именно тебя выберет для следующего ролика. Так что дерзай, ну а мы берем в аренду свой транспорт. Так, все, давайте заведем ее. Так, вот такая у нас красненькая машинка. И теперь нам нужно найти копов как-то в Лос-Сантосе, что ли. Эта машина просто супер медленная. Я не знаю, как на ней вообще можно угонять от копов. Они просто, мне кажется, меня расстреляют. И я даже не успею доехать до места, которого мне нужно. Ну ладно, что, будем пробовать. Вот меня тупо по дороге начинают дэмить какие-то просто конченые долбоебы. Но мы не обращаем внимания, мне пробили колесо. Блять, вот все. Вот это вот начало уже эксперимента нашего. Четкий эксперимент. Надо купить теперь набор для починки. Пока я покупал починку, у меня машина стала голубой. Ничего, на голубой больше шансов подцепить мусоров. О, вижу клист синий, нам нужно туда срочно. Так, чиним машину. Все, погнали. Так, я вижу нашу цель, друзья. Им тупо похуй. Мне кажется, я за ними гонюсь, а не они за мной. Вам так не кажется? Бля, бомжа сбил. Вон, они куда-то едут целеустремленно. Я не знаю, как мне их сагрить-то. Так, вот они встали что-то тут. Догони, заебал. Они преступника ловят, все понятно. Я не знаю уже на самом деле, что делать. Может быть, нам попробовать их вызвать. Давайте там, какой полицейский участок? 911. Так, алло, девушка. Убивают. Короче, мой вызов никто не принял. Всем, мягко говоря, похуй. Пацаны, мне дали розыск, сука, менты пидорасы кто-то кричит, мне дали розыск. Блять, сука, она не едет, остановите ваше транспортное ТС. Блять, пацаны, я еще скрины успеваю ебашить, так, надо куда-то съехать, жестко. Фух, пацаны, главное, что все получилось, серьезно, я наконец-таки смог их сагрить, мне даже кинули одну звезду, главное, чтобы меня не посадили, и я успел доехать до того места. Так, нам надо сейчас на новый остров нужно, блять, пацаны, за такой серьезный лайк, я, блять, очень сейчас рискую, вон уже надо на мост заехать. Ох, ебать, чисто бочком зашел, пацаны, чисто бочком, мой эксперимент должен получиться. Я искал этих гребаных мусоров полчаса. В случае неподчинения я открою огонь по колесам. Нет, пацаны, можете открывать, но попозже немножечко. Ебать. Так, жестко. Блять, на колесо пробили. Нет. Сука, нет, блять, пожалуйста, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Вы должны быть вне машины. Чё, блядь? Ебать, этот бак убрали, пацаны. Этот бак убрали, нахуй. Сука, пацаны. Пиздец, нахуй. Ебать, я лох. Надо бежать, короче, пацаны. Блядь, надо бежать, сука. Блядь, пацаны, всё, пизда. Минус Эрнесто. А чё, я никак не могу взломаться? Пацаны, эксперимент как бы удался, я смог доехать, но пиздец. Теперь отказываться от транспорта нельзя в машине. Ага, сейчас мы тебе накинем срок. Вы неправильно поняли. Тогда точно договоримся. Сука, они не хотят взятку брать. Не взятку. А кто утекал от нас? Я спешил к беременной жене. У меня жена рожала. Отпустите. Я все оплачу, все штрафы. Да сука, мужики, отпустите. Ёпта. Я жену обрюхатил. Это... Падла рожать начала, я торопился. Улыбается. По-моему, он предлагает взятку, я говорю, штраф оплачу, я тоже так думаю. Вы чё, сука, охуели? Я хотел проверить, бак работает или нет, и
задумку видео свою осуществить. Какой срок еще больше? Сука, меня походу сажают, все, пизда. Пацаны, короче, вообще пошло все не по плану. Блять, сука. Только со мной могло такое произойти, пиздец. Ну все, пацаны, меня привезли в участок, он пишет, блин, слушай, мне его жалко стало. Так, передай привет. А это подписчик, Андрей Стейн, привет тебе передаю. Вот всем пацанам Мео Мур передаю привет. У него же жена рожает. Так, сука, сейчас ебать, что-то тут насуетиться. Ладно, давай на первый раз штраф. Фух, ебать, да ну нахуй. Думаю, выпишем штраф и отпустим. Во, мужики. Так, мужики. Да, сер. Ну-ка, блядь, отпускайте меня быстро. Я ничего не нарушил. Я платил штраф. Спасибо, мужики. Все, побежали отсюда нахуй, пока меня не приняли второй раз. Фу, пацаны, это было эпично, это было жестко, согласитесь, да? Конечно, у нас эксперимент не получился. Я очень об этом сожалею, друзья, потому что этот баг, походу, пофиксили. Можете написать в комментарии, если это так. Ну, может быть, что-то у меня лагануло, или же натуре его пофиксили. Но это было довольно-таки вообще просто неожиданно, не по плану и вообще просто не спланировано. Я вообще такого поворота событий не ожидал, но мне понравилось. И думаю, вам тоже. Я надеюсь, вы поддержите этот ролик лайком, подпишитесь на канал, поставите колокольчик. И будете ждать мой следующий ролик. С вами был Эрнесто. Всех обнял, пацаны. Всем пока.